Привет, привет! Привет, ты каналика! Мы будем снимать попкорн! Да, на этом канале Света и Линка, и мы сегодня будем открывать вот такой вот набор Littlest Pet Shop. Можно я покажу? Можно. Городские прогулки, да? Да, как а Линка сегодня, как и питомцы из мультсериала «Маленький зоомагазин», решила отправиться в город, да? Да. На новом виде транспорта. На велосипеде. Да. Да. Кто у нас здесь в наборе? Давай посмотрим. Это у нас кто тут? Это такая рикша у нас? Нет, я ошиблась. Это мотоцикл. Да, это такой у нас скутер. Вот. И там у нас зверушки такие. Дримми Сламбертон, да? И Типси. Апса. У меня попалась вот такая. Да, у нас уже есть вот такая с рикшей одна игрушка. Также вот можно с таким каяком набор купить. И вот такой вот набор мото-дельтаплан, да? Угу. Также можно скачать приложение в Apple Store или Google Play, LPS Your World, сосканировать логотип и активировать нашу игрушку, да? Ну что? А как открыть? Как открыть? Да. Вот так? Нет, вот тут открывается, видишь, такой пластик. А как открыть? Тут? Да? Да, вот там открывать. Оп! Да, ты инструкцию это... достала. Это же черная карточка. Я тебе уже в прошлый раз напоминала, что в этих игрушках нету карточки. Здесь сразу со зверушки сканируешь логотип и все. И активируешь нашу игрушку. Упала. Упала. Наклейки, еще себе. Наклейки? Покажи, пожалуйста, какие там наклеечки. Какие у нас наклейки с нашими зверушками, да? Да. Кто это у нас здесь? Это у нас толстый Лори, да? И тибетский терьер. Солнышко, а ты знаешь, кто такие Лори? Нет. Это такие зверушки с такими огромными... самыми добрейшими глазками на планете. Вот такое у нас верюшка. Вот этот логотип, которого надо сосканировать. Такая шапочка у него. Так головушкой вертит. Ой, ты ему шапочку сняла? Ага. Покажи. Я снимать еще. Да, вот так вот можно снять. А бутылка где? Это шлем. Я ошиблась, он же на скутере, значит, это шлем. Так вот. Он выглядит. Такой у нас тибетский терьер. Манюнька, да? Щенок. Манюнька. Да. А вот эмоджи облако, да? Вот такое. Это аксессуары. Я думаю, что этот аксессуар от нашего терьерчика. Так, такая у нас косточка. Такой щенок, да? Такой скутер, да? С перевозкой для нашего той терьерчика. Алинка одновременно уже украшает. Сейчас мы посадим нашего питомца. Ой, что? Сложно он тут садится. Клетку не хочет. Так, Алинка украсила. Оп. Давай мы это немножко приклеим где-то здесь. В руках. Так, Алинка украсила.
Смотрите. Да. А это толстый Лори, да? Давай ему каску оденем. Сисюки. Потому что... Да, потому что на скутере надо ездить в каске, чтобы головушку не разбить, да? А тут я... ему дается... В шлеме, точнее, да? Уж не на войне. Мальчик, она пьет, она... Да. Вот. А у Лори такой стаканчик, да? Давай покажем. Покажи, пожалуйста, с логотипом. Можно поставить. Да, да, покажи. А где второе? Уже на собачку я одела. А Лори можно, смотри, прям в шлем тут ставить. О, эмоджи облако. Вот так это все выглядит. Мама. Лори, когда захочет попить, он достанет стаканчик, да? И будет пить. Такой вот. Стаканчик с лапкой. А он хочет достанить зайчика. Типа, как это все выглядит? Так, все станет достанить. Да, едет. Туда. Поедем на прогулку выгуливать наших питомцев? Да. Вот такой вот у нас обзор получился. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Пока!